Вот, есть инструкция, и ты, короче, собираешь там разные резисторы, там, детям всяким интересно. Резисторы. Ты знаешь, зачем резистор нужен? Что это такое? Нет, я как раз хотел... Я тебе скажу. Да, вот, ну, я хотел попонтоваться, я тоже знаю, меня опередили. Партнер сегодняшнего выпуска, да, короче, это не партнер, это на самом деле друг. Друг зовут Света Тарасова. Вообще, Света такой человек. Вот есть консультанты, которые сами ничего в жизни не сделали, при этом консультируют людей по каким-то вопросам. Так вот, у Светы с братом есть довольно сильный бизнес, называется basium.ru, да, это конструктор сайтов, конструктор лендингов, да, но речь не об этом, речь о том, что Света сейчас занимается отдельным направлением, она встречается с человеком, условно, она это делала со мной, и за 4 часа с помощью, не знаю, наверное, миллионов вопросов, миллионов наводящих вопросов, если ты не отвечаешь, она задает другой вопрос, она вытаскивает из себя фактически цель твоей жизни. Вот. Есть всякие цели на уровне за гранью жизни, сформулированы в одном слове, но, допустим, я всегда, что это слово, всегда считал, что это слово доверие, да. Но вот когда приехала Света, мы 4 часа общались, и я вытащил у нее как бы смысл вообще моей жизни. Мне нравится фактически результат, да, этой работы со Светой, скажу. Мне нравится создавать предложения, от которых людям не могут отказаться. И причем нравится создавать эти предложения для продуктов, которые радуют людей. Да? Вот, соответственно, если вы хотите обрести какую-то не то чтобы направление в жизни, а именно конкретную цель в жизни, написанную в одну строку, не знаю, 45 символов, в один практически call to action, то вы можете писать Свете. С кем-то консультация занимает, там, не знаю, час, с кем-то, как она говорит, занимает, может, 8 часов, пока не доведется до конца, вот. Ну, обычно это занимает, как бы, день, да, весь надо будет, или, может, даже 2 дня выключить. Поэтому вы пишите Светочке, контакты Светы Тарасовой будут, соответственно, под видео ВКонтакте. Вот. Вы пишите, и предложение от нее такое, что она абсолютно бесплатно в скайпе или при личной встрече на кофе может с вами пообщаться 10 минут на тему вашей цели абсолютно бесплатно. Ну а дальше сами вы решите, надо вам это или нет. Возможно, даже эти 10 минут вам уже чем-то помогут. Но в любом случае вы ничего не теряете. Все, пишите Светочке, дальше смотрим ролик. У нас 40 минут. У нас 40 минут, и нам надо выпустить книгу на бомстартере, потому что издательство меньше 1000 штуки не печатает. И они хотят белые страницы, а мы хотим черные, мы хотим в своем формате, без редакции. Ну, короче, надо печатать самим и как бы по большой себестоимости. Поэтому вот мы приехали, Женя, бумстартер. Сейчас наша задача за 39 минут. Ребят, такого никто не делает. Я вам по чесноку могу сказать, что проект на бумстартер нужно готовить минимум 2 недели. Ты это объясни, как Лашвили. Руслан, нужно составить медиаплан. Нужно договориться. Медиаплан, если готов. Нужно сделать профессиональное видео. Вот. Сделано. Уже сделано. Ребят, вот за 40 минут проект никто еще не запускал. Давайте посмотрим, что из этого получится. Так, расскажи, какой процесс, что нам нужно? Мы зарегались, дальше что делать? Семинар, мини. Да, даже нужно зарегистрироваться, нужно сейчас залить видео, залить картинки на саму страничку, красиво ее оформить, правильно. Вчера мы говорили по поводу 5 страниц. Да. Давай их вначале вставим, чтобы люди могли прочитать 5 страниц. Ну, будет 10. 10? Давай. Может, давай 5? Давай больше, короче. Мне кажется, надо 5. Я думаю, много не надо, потому что просто это вот такой проект будет, чтобы представить. Да, 5 не круто. Лучше 5, когда мы это сделаем. Значит, делаем сейчас этот проект, и главное придумать вознаграждение, что у тебя люди будут покупать. Сама книга, какие-нибудь прикольные ништяки с тобой нужно придумать. Личное участие. И благодарность. Вознаграждение 7, 8. В принципе, все. И на модератора отправляем. Там просто на самом деле очень много шлака. Потому что еще многие люди думают, что вот они просто залили такую картинку, какую-то смешную, интересную, которая им смешна и интересна. Вот при этом, в принципе, других людей она скорее вызывает отторжение, не знаю, там дикую нелюбовь к автору сразу же. Смешного мало, но грустного. Ну, кстати, классный проект. Это Тарусов Андрей, еще 2 года назад делал. О, я видела его у вас на сайте. Да? Угу. Ну, 120 тысяч рублей попросил, минимальный тираж. Видишь, вот он дали. 1401 человек. Быстро тоже собрал, не блогер, неизвестно ничего. Ну, как красиво был оформлен проект. Важно в самом проекте вставлять фотографии или прям YouTube штуки, но не ссылочки. Угу. Потому что люди придут сюда, чтобы дать денег. Естественно, чтобы они не уходили.
Вик, там надо было подготовить картинки и отзывы в одну кучу. Мы подготовили. Ты можешь сделать сейчас? Да. Сейчас пока мы будем писать и оформлять проект, а ты картинки найдешь. Короче, смотрите, нужно развивать текстатер сам по блокам, как сейчас Женя все говорил. Соответственно, мы запилим сначала представление, кто я такой, здравствуйте, далее, в чем идея моего проекта. В принципе, это можно будет сразу же вот так вот прописать. Я сейчас буду изменения вносить в тексты, а потом просто текста. Сначала у нас идет представление. Далее идея. Вот тоже оттенки могут быть, типа как родилась. Для кого? Зачем? Слушай, на три вопроса мы в видосе прям ответили. Ну, это ладно, как раз просто основная инфа, которая нужна. Это не критичный видос, он, в принципе, должен дублировать информацию, которая в тексте. Просто в тексте она более развернута. Для кого зайти? Соответственно, то же самое. Мы все это разбавляем какими-то изображениями. К представлению по-любому нужно изображение будет у вас. Тут вставлять это понятно. Обоим представлением, кто я такой, чем я занимаюсь, как все это родилось. Так, далее, опять же, можно будет расписать команда. Один или команда? Команда есть целая. Команда, все это хорошо. Команда. 15-секундное видео в Инстаграм. Так. Про краудфандинг. Вопрос. Краудфандинг. Сейчас запрошу. Краудфандинг был еще до бумстартера. Просто если... Руслан. Да, да. Ты реально хочешь за 49 минут запустить краудфандинговую кампанию? Мы хотим за 48 минут запустить краудфандинговую кампанию на бумстартере. И сделать, короче, результат. И выпустить эту уже гребаную книгу, потому что ни одно издательство меньше 1000 штук не печатает. Нет, печатает, просто там себестоимость... Ну, там вообще без... А ты не боишься, что люди вообще тебе денег не дадут? Скажут, полная херня. Ну, боятся в лес не боятся в лес не ходить. Количество наших ошибок, это лишь это имеет значение, а не их глубина, скажем, мудрость какая-то. Поэтому вот мы и проверим. Тебе не важно выглядеть красиво или некрасиво, пофиг, да? Ну, главное результат, да, это чтобы книга вышла. И желательно в том виде, как мы запланировали, на черных листах. Потом мы планируем, что один экземпляр книги прочитает 1000 человек, они там должны бежать. После 1001 он возвращается к нему обратно. Ну, то есть такая... То есть то, что ты прочитал книгу, это только начало ее жизни, на самом деле. Круто. Вот. Ну, удачи нам. Удачи нам. Да. Всем. Знаешь, как люди, вот у меня там было одно мероприятие, Legend of Fight. Не слышал, Руслан? Делают бой, один раунд длится 12 минут. Да. Все, больше нет, никаких раундов. Зря делаются профессионалы, мастера спорта. После 12-15 минуты они все... Ой, после 8-9 минут начинают все сдуваться. Так, что же чувствуют? Начинается откровенно нормальный мордобой. Вот люди, которые присутствуют на этих мероприятиях, сказать, что они занимаются благотворительностью, ну, я бы не сказал. Вряд ли они отдают. Но они с удовольствием могут проиграть с легкостью 1 000 000 рублей. Если проигранный 1 000 000 рублей идет на какое-то благотворительное дело, он помощи детям, больным, там, или спортсменам каким-то. То есть вот это новый формат, не дайте денег, мы бедные, у нас нет, а придумать какое-то мероприятие для платежеспособной аудитории, чтобы она осталась своей денежкой, эта денежка идет куда, потом приходит. Это то же самое, говоря про благотворительность, да, отвечает на вопрос. Да, сейчас я ребятам буду. Нужно же делать что-то такое, что с удовольствием люди дали, там 80 тысяч, пожалуйста, на автобус он пойдет, не на автобус, уже не важно. Главное, я должен получить какой-то элемент удовлетворения. Либо продукт, либо услугу. Я поняла, сейчас я посвящаюсь. Квест, ребята из Клаустрофобии сделали, запустили новый квест через Бумстартер. Они привлекли, первые продажи сделали своих билетов на Бумстартер. Больше 2 000 000 за пару дней. Офигеть. Это прикольная штука, потому что у тебя есть аудитория, она уже пользуется твоим продуктом. У тебя есть 3 продукта. 3 Клаустрофобии, 3 вида. И сходить 4-й. Ее еще нет. Но вот и список будет выглядеть, вот адрес, вот приблизительно задания какие. И люди, доверяя тебе, как уже бренду, как не пользуются этим продуктом, они голосуют рублем. Говорят, мы хотим прийти раньше всех, мы хотим прийти в эту историю. Получается, что ты не на свои деньги запускаешь продукт за бизнес, не кредиты, не фонды, не какие-то взаимоотношения. Вчера приехал один подарочек, конструктор электронный. Уже ребята запустили предпродажи. На Бумстартере. То есть они запустили, посмотрели спрос, вот потом увидели, что спрос есть, и сейчас спокойно продают их уже в обычном магазине. А как он работает? Это микро? Да, микроэлектроника. Да. Это такая штука, вот ты можешь собирать различные там электронные штуки. В СССР они были такие, но они такого качества были, это все достаточно, ну как бы здесь очень много всяких элементов. Вот, есть инструкция, и ты, короче, собираешь там разные резисторы, там
Детям всяким интересно. Резистор. Ты знаешь, зачем резистор нужен? Что это такое? Нет, я как раз хотел... Я тебе скажу. Да, вот, ну, я хотел попонтоваться. Я тоже знаю, меня опередили. Не, он уменьшает количество сил тока. Он как бы сопротивление выступает. Я помню резистор. Ух ты. Короче, я думаю, наша жизнь сейчас с появлением закона о краудинвестинге может кардинально сильно измениться. Нет, ну, хочешь развлечения? Раз, купил себе развлечение. Развлечение больше. Ну, представляешь, процесс, ну, я такую штуку люблю проводить. Мне как-то Руслан сказал одну фразу интересную. Когда появился интернет, Яндекс ответил на очень главный вопрос. Вопрос где? Убираешь в Яндексе? Где, да, вопрос? Да. Где? Где эта информация, которая мне нужна? Вот, ты можешь спокойно найти. Потом, с появлением в самих сетях, появился второй вопрос. Вопрос кто? Если в соцсети ответили на это, мы можем видеть ВКонтакте, в Фейсбуке, кому не стыдно, в Одноклассниках. Вот. И вопрос третий напрашивается, знаем где, знаем кто. А зачем теперь нам все это? И вот на мой взгляд, на этот вопрос зачем отвечает как раз краудфандинг. Знаем кто, знаем где, и теперь эти люди, которые знают друг друга, могут объединяться в сообщество, скидываться деньгами на то, что им нужно. И процесс потребления контента и производства может кардинально, даже не кардинально, уже сейчас сильно меняется. Mm-hmm. То есть мы приходим в магазин и покупаем не то, что нам предлагают, а мы изначально говорим, мы хотим покупать в будущем. А потом идем за этим. А потом только за этим идем, нам это доставляют. Mm-hmm. А представь, Настя, вот ты идешь домой, у тебя есть айфон, идешь, ой, яма, раз, даже так фотографируешь, яму. Собрать 50 тысяч рублей, имен торжика, придет, все закопает, замастерит, сделает. Ссылочку рассылаешь по тому геосообществу, в котором вы объединены в рамках этого дома. Это я про будущее говорю, сейчас такого не происходит, сейчас объявление в подъезде. И вот решение, можно ли облагородить свой двор, отремонтировать дороги возле дома, сделать собачники, какие-нибудь загон может, специально собак, садик детский отремонтировать. Много каких-то маленьких мячков социальных проблем, которые у нас существуют, мы можем решить, не сетуя на государство. В итоге, какой тебе нравится проект? Мне нравится проект. Ну, помимо Руслана. Шутка. Кстати, Руслан может сейчас с миллионником быть, перебьет. У нас самый максимальный сбор 3 200 000. Че, это надо перебить? Если перебьешь, будешь номер один сеть на странице государства. Так, ладно, слушай, а что за... Кто 3 миллиона, да, спросил? Почему 3 миллиона? У нас был проект «Панфиловцы», они собрали 3 200 000. А что они делали? Они собрали деньги на фильм «28 панфиловцев». Попросили 300 тысяч, народ дал 3 200 000. Представляешь, 10 раз больше. Мне нравятся проекты, которые перебирают. Вот есть Андрей Табусов, художник. Он просил 120 тысяч на выпуск календаря. У него девушки в стиле пинап. Он сам сейчас живет в Лос-Анджелесе, рисует и пересылает календари. Ему дали 1.5 миллиона. Настолько календари понравились, стишки, которые были в этих картинках на поле девушки. Но они их просто покупали, считай, да? Ты фактически платишь 500 рублей и покупаешь календарь, который будет тебе доставлен через 3 месяца. Вообще, кстати, вот хороший вопрос ты задала. Краудфандинг и как, ну, вообще народное финансирование – это некий такой интернет-магазин, большой вещей, продуктов, которых еще нет, не существует. Mm-hmm. Утром платишь деньги, вечером получаешь продукт. Причем у Руслана философия есть такая, что ты сначала получаешь продукт, а потом платишь деньги, оценивая его. А у тебя другая немного, да, получается, у тебя возникает потребность, а потом, ну, блин. И тут суть одна, что с чего все относительно начаться. Проблема большинства людей, что все относительно. Конца начать не могут. А, так это ты вчера так сказал, я так себе в этом, в посте написала в итоге об старте. Рус говорит об удобстве, он говорит, я так понял, месседж, существующие бизнес-компании, бизнес-процессы, которые с ними предполагают, пользуешься продуктом, оплатишь в конце. Uh-huh. Но некоторые процессы ровно противоположны. Мы когда в кино идем, мы сначала заплатили, купили билет, потом посмотрели, сказали, полное говно. Когда мы садимся в такси, мы сначала проезжаем, а потом платим. Когда мы покупаем билет на концерт, мы сначала купили, через 3 месяца пошли на концерт, посмотрели, нам не понравилось. Когда мы приходим в ночной клуб, мы сначала кушаем, бьем, смотрим выступление звезды и в конце рассчитываемся. Нету? Два разных совершенно процесса. И почему, если бы в процессе зависать на оплату в конце, ты представляешь, как качество клиентского сервиса у нас выступит?
Пришел, посмотрел кино, не понравилось. Дал мало денег. Понравилось, дал много денег. Согласна. Вот он говорит об улучшении вот этого качества, мне кажется. А краудфандинг это немножко другая история. О создании продукта, а здесь о улучшении качества сервиса.